Привет! С вами Настасья, и это Кабы ТВ. И сегодня в Форсаже будет самая жаркая ночь. А все потому, что здесь и сейчас Институт энергосбережения и энергоменеджмента будет выбирать самого красивого мальчика своего факультета. Мистер и ЕЕ. За этот титул будут сегодня сражаться пятеро парней разных возрастов и внешности. Но всех их объединяет сильное желание победить. Ну и технический склад ума. Расскажи о самой тематике конкурса. О чем, мистер? Тематика нашего конкурса морская. Морская тематика – это пираты, моряки, капитаны морские, вот, связанные с морем. Еще два года назад, когда мы обсуждали мистера и мисс, когда ты, Настасья, тоже участвовала, вот, у меня в голову пришла идея сделать морскую тематику. Но тогда не выбрали мою тему, но вот я сейчас хозяин, я выбрал. Олесь, ты ставила парням дефиле, уже сегодня сидишь у них в жюри. Скажи, они оправдали твои ожидания? Ну, я не ставила їм дефіле, я тільки підчищала деякі моменти, там буквально на декількох репетиціях. Оскільки вони більшість танцюють, і це дуже складно з танцорів зробити модели, да, хлопчиків, які будуть виступати на конкурсі краси. Але сьогодні вони показали себе набагато краще, ніж я очікувала навіть. Тому, в принципі, я задоволена результатом. А помимо Олеси Калабы, представительницы модельного агентства Fashion Bureau номер 1, в жюри также сидят мистер и мисс КПИ Дима Юрченко и Анна Боева, исполняющая обязанности главы студсовета КПИ Марина Малышок, замглавы студсовета КПИ Андрей Дорофеев, а также руководитель филиала автошколы Drive Pro Денис Федосев. Вот и подошла та самая ожидаемая часть нашего вечера. Именно сейчас жюри конкурса объявит победителя. Итак, ребята. Сейчас я посчитаю до одного, да? И мы они вместе скажем. Давай. Три, два, один, три. Максим Запорожец! Так мы и выбрали мистера Института энергосбережения и энергоменеджмента. С вами была Настасья и КПИ ТВ. Хорошего вам вечера!